Так, здравствуйте, дорогие друзья. И ура, ура, ура. Это моя еще одна очередная новинка. Кортли Джестер. Вот она, я ее заказывала в Империи кукол. Там, кстати, все куклы стали дешевые, которые все были практически новинки. Они были около 5000, если не выше. Осталась только самая новая кукла, которую я пока заказывать не буду, это Justine Dancer, она там больше 5000 стоит. Вот, когда я могу заказать за эти деньги там две куклы, потому что вот я уже заказала две, и еще одни две на подходе. Вот в Империи кукол, то есть ко мне доходят в Томск куклы за 8 дней. Вот, и уже скоро придет вторая партия, то есть Алистер уже пришел, еще две новинки вот вместе с Кортли, и еще две уже мне выслали, я на них тоже сниму обзор, все ждем, кто смотрит мои обзоры, кто на меня подписан, и кому нравятся мои куклы и обзоры. Кстати, в Империи кукол вы можете заказывать тоже кукол, там все стали дешевые, потому что я мечтала, к нам их не привезли, только некоторые привезли, которых я уже заказала, это Баннер, Изабеллу, Дарлинг и Миру Шарц, вот, четырех сразу же кукол я заказала, сначала две, потом две, вот, и, кстати, Фару Гудфери я купила уже в самом Детском мире, вот. Но других не привозят. Почему-то «Путь в страну чудес» привезли, но Кортли вышла. То есть они раньше привозили «Путь в страну чудес», когда я еще покупала Мэдлин Хеттер в свою в коллекции сладкие десерты. Вот. И тогда привезли еще «Путь в страну чудес», но Кортли вышла намного позже них, остальных вот, вот этих кукол. Вот как вы видите, вот они на коробочке сзади. И поэтому к нам ее, естественно, не привезли. И поэтому я заказала ее и еще одну из старых кукол сразу же первой партии. Потому что тех, которых я не уверена, что Кортли когда-нибудь к нам в Томск вообще привезут. Поэтому что мечтать-то сидеть? Деньги есть, я сама зарабатываю, сама работаю. Почему я должна смотреть обзоры, например, Наташки Тельняшки и сидеть, блин, и завидовать, что у нее есть, а у меня нет? Нетушки, я не собираюсь завидовать, я взяла и заказала, вот, и еще двоих жду. Сейчас у нас 13 декабря, извините, пожалуйста, совсем уже от радости перепутала все дни. 13 у нас сегодня число 2016 года, но месяц вообще-то не декабрь, а апрель, вот. 13 апреля сегодня 2016 года, и я уже заказала в понедельник еще, когда я их забрала, этих двух новинок с почты, я заказала еще следующие двух новинок, то есть через в четверг, значит, сегодня у нас среда, в четверг или в пятницу мне пришлют номер для отслеживания, я отслежу свою посылку с двумя куклами еще. Вот, можете заказывать, конечно, в Империи кукол, что я вам советую, но особенно с родителями. Ну, если, конечно, у вас есть деньги, потому что если вы мечтаете, есть деньги, то что мечтать, то берите да заказывайте. Ну, хотя, можно и одну, кстати, куклу заказать, о которой вы прям очень сильно мечтаете. Они там дешевые, но заказывайте с родителями, естественно, если у вас денег нет, чтобы родители знали, что вы заказали. Потому что когда я заказала еще вот этих двух новинок, которые ко мне уже идут, как бы они в пути находятся, ко мне позвонили, прежде чем посылку отправить, потому что они звонят, и попросили родителей телефон. Я сначала так удивилась, потому что как бы у меня мама на работе, я тоже на работе, а потом они мне говорят, то есть девушка, которая звонила, что это из Империи кукол вас беспокоит, можно кого-нибудь из взрослых. Вот, когда сказали, что уже из Империи кукол, я говорю, я вообще-то сама взрослая, говорю, мне 30 лет. Он говорит, ну просто у вас, говорит, детский такой голос, не знаю, ну мне кажется, вроде нормальный, нет, ну если бы они еще меня видели, какого я вида, что я похожа на лет, не знаю, 15, если не меньше. Может быть, выгляжу я на лет 13, но мне действительно 30 лет. Я родилась 7 ноября 1985 года. 30 лет мне уже исполнилось, а в этом году, в 2016, мне уже исполнится 31. Вот.
Вот. Но кукол я собираю и коллекционирую, я в них не играю, потому что они очень красивые, не могу от них просто отказаться, да и в моем детстве не было таких кукол, поэтому я как бы восполняю свои детские мечты еще. Как говорится, детские мечты должны сбываться. Вот. У нас здесь есть просто один сосед в доме, у которого тоже есть дочь и сын, и мы с ними всеми играли в детстве. То есть дочь и сын у этого соседа, то есть в моем доме, они живут на четвертом этаже, и они тоже моего возраста практически, если только младше на лет 5, то есть возраста моей сестры, ей сейчас 27 лет. Той девочке, у которого, кстати, вот этот вот и папа и есть, сосед мой, как бы, вот, она просто сейчас, эта подружка моя вышла замуж уже, она живет не здесь, вот, и родители только у нее здесь иногда бывают, они еще купили квартиру в Москве, и вот этот вот ее папа, он тоже в детстве мечтал о мотоцикле, быть байкером, и, кстати, он осуществил уже свою мечту тоже, когда вырос, купил себе крутой мотоцикл, он иногда гоняет тоже на нем, как подросток, и ничего страшного в этом нет. Байкеры тоже все гоняют и есть, и там без разницы, в каком ты возрасте. Хоть это и для подростков, как бы, может быть, но есть и прям суровые мужики. Но я к тому, что если вы уже взрослый, нет ничего страшного в этом, чтобы осуществить свои детские мечты. И в куклы вообще, как бы, взрослые не играют, они их просто коллекционируют. Вот. И, кстати, Наташка-тельняшка, она тоже далеко не маленькая девочка, которая тоже снимает свои обзоры очень красиво. И тоже покупает кукол. У некоторых вообще их взрослых по 500 штук или 700. И вообще я считаю, что детям рано играть с такими игрушками, так как написано в коробке, 6 лет. Они очень хрупкие все, такие куклы. У некоторых даже голова падает назад, как я уже говорила на обзоре. Торолей цирка Шапито, что у меня с Изи даже была такая проблема. Мне пришлось, кстати, починить уже голову Дарлинг снять и Холли Охара. Кстати, у Холли Охара у меня голова снялась очень быстро, в легкую. То есть, как я уже говорила, у Торолей, да, что вы можете снять голову кукле и запихать туда ваты. Вата, кстати, очень мягкая, и голова будет двигаться. Починку куклы, эту напихание ваты в голову, я нашла тоже на ютюбе. Вот, ну ладно, сейчас не об этом. Вот такая вот расчесочка шла у Кортли. Вот такой вот сзади у нее такая коробка была, которая тоже исполнена вся на английских буквах, то есть по-русски здесь ничего не написано. Потому что кукла американского релиза, то есть, или как там, не знаю, или американский. Ну, в общем, по-русски здесь не написано. Обычно, когда к нам в Томске возят кукол, там все есть по-русски написано. А здесь все по-английски. И даже вот такая вот карта с ней шла в наборе, которая тоже изображена. Вот Кортли Джестер, ее можно вот так всяко развертить. И она здесь вот так и вот так будет. То есть есть два ее изображения. И тоже написано сзади нерусский текст. Вот он. У куклы есть подставка тоже, вот она. Кукла, кстати, есть двух видов, это Кортли. Есть большая, как все куклы, а есть маленькая, как и все остальные жители страны чудес, как Лизи, Кити, Банни и Мэдлин. Вот она мне досталась тоже такого же маленького ростика. Большие Кортли сделаны, это, наверное, они в Америке уже продаются в самой. Если только там оттуда заказывать, но я не советую заказывать в Америке, даже если у них там дешево, потому что куклы вообще могут идти, неизвестно сколько, вон одна мне пишет ВКонтакте, что она заказала Дарлинг Игры Драконов в Америке, зачем, не понимаю, потому что куклы сейчас такие есть в магазинах, и в Детском мире есть, и в Империи куклы есть. Можно заказать или даже пойти в магазин, или заказать в Детском мире, или в самом магазине они уже есть. А ждать это не по мне. Вот. И куклы оттуда вообще могут даже и не прийти. Или сиди, жди их месяца, не знаю, 5, если не больше. Вот, значит, Кортли. Из Империи кукол ко мне, кстати, приходят куклы за 8 дней. Вот. И мне уже в следующий понедельник еще две новинки придут. А сегодня у нас уже среда.
вот осталось немножко подождать, и я их тоже очень жду. Так, кортли у нас вот такая вот вся разноцветная, такая прикольная вся, и она, у нее очень много аксессуаров. То есть начнем мы сверху, то есть у нее вот такой вот как бы идет воротник вокруг тоже головы и шеи, он вот такой вот сиреневый весь и сделанный как бы с бубенчиками, но эти бубенчики они не звенят и ничего не делают, они просто как аксессуар здесь, они вот тоже резинового цвета и покрашены желтыми вот такими вот. Этот аксессуар, он идет вокруг головы всей, и вот здесь сделан с дыркой, естественно, чтобы прошли ее вот такие вот волосы. У нее волосы, кстати, вот такие вот длинненькие, сделанные в пучок хвостики. Они, кстати, не залиты лаком, что очень приятно и хорошо, то есть даже можно и не мыть. Ну или оставить так. Залакирован у нее только вот этот хвостик, вот, то есть прядь, как сделанная вот здесь вот. И вот тут вот у нее завязана она нитками. Этот, кстати, воротник можно снять. Он снимается вот здесь. Вот у нее здесь застежечка тоже вот спереди. Вот с таким вот аксессуарчиком желтеньким. И на голове у нее и одета вот такая вот корона, которая тоже достаточно хорошо держится, если не снимать. То есть она закреплена вот такими штырьками. Вот здесь вот штырек. И вижу, вот здесь вот штырек, и вот здесь вот. И еще корона вся, вот как вы видите, вот заделана резинкой. И сама корона, она у нас вот на ободке одета, и вот такая вот красная, тоже резиновая. В ушах у нее вот такие вот сережки в виде ромбика красного цвета, такие маленькие. И лицо у нее тоже оформлено с небольшим таким вот, как бы, аксессуаром, я считаю, или, то есть, дополнительной краской, как у... Лиззи Харрис, у нее у нас на глазу находится сердце, так как она червонной королевы, дочка, она у нас принцесса Лиззи Харрис, вот, и у куклы Кортли тоже есть вот такой вот необычный, как бы, дополнение на лице. У нее находится у нас такой знак, тоже карточный. И этот знак называется буби в карточных картах, ну или просто как ромб. Вот. Он у нас золотистого такого цвета или белого. Он вокруг глаза изображен тоже у нее. И находится еще вот улыбка у нее, вместе как с зубами видно. Потому что это очень улыбка, очень красивая. Ну она такая тоже озорная, потому что Джокер это как бы шальная карта в колоде. И вот она тоже сделана в улыбающемся виде, как Китти Чешир. И мне очень, кстати, нравится эта улыбка у них, и у Китти, и у Кортли. Очень красиво смотрится именно вот такая улыбка, нежели чем просто улыбка, как у Фары Гуд Фейри без зубов. Вот здесь вот, промежутки. Вот, значит, платьюшко вот у нее такое тоже коротенькое, с рукавчиками такими прозрачными, тоже все разукрашено. На руках у нее одеты как бы браслеты. То есть руки у нее черные. Сделаны они как в виде перчаток. То есть сами вот эти кисти, они снимаются вот так вот. Вот, они черные. А вот это дальше у нее уже идет как в виде браслета что-то. Вот, его можно надеть назад, можно снять. Но если, конечно, без этого вот руки просто будут выглядеть черные. А вот с этим вот аксессуаром они выглядят как перчатки. И вот так одевается рука назад и сдвигается немножко вот так вот в руке, чтобы выглядело это как перчатки. Вот, кстати, что меня полностью не волнует, эти черные руки, то есть мне на них вообще абсолютно пофигу, потому что куклу это очень дополняет, и она очень красивая. Посмотрите, какая она вся такая яркая, такая вся шальная. И вот у нее тоже есть два аксессуара еще. Наталии, это вот, который тоже можно снять, они резиновые, застегиваются вот они сзади, на застежках, у нее вот такой вот желтый аксессуар, тоже как цепи вроде идут такие вот, и здесь вот у нее тоже бубенчики висят, и вот такой вот знак короны. И вот такая вот тоже аксессуар, как примерно короны, только в перевернутом виде, то есть вот так вот выглядит она вообще как кожура банана. И вот такой вот, в общем, аксессуар тоже, который вот этот резиновый, со всякими узорами, то есть вот у нее тут ромбики, звездочки.
И его тоже можно снять, как я уже сказала. Ноги у нее покрашены в разные цвета. То есть, вот у нее там, вот здесь вот тело идет свое, как бы белое, а вот здесь вот ноги прикреплены разного цвета. Они покрашены полностью, то есть это не колготки. Вот одна нога светло-сиреневая, такого как бы лилового цвета. И вот другая нога темно-сиреневого цвета. Что меня тоже абсолютно не волнует, потому что кукла очень красивая и так. То есть я вообще на это внимание даже никакого не обращаю. То есть, ну, если кому-то не нравится, может одеть и, конечно, и сшить колготки разных и менять. Вот. Ну, или если вам не нравится, конечно, такое тело, сейчас многие продают, или там вот такие руки, многие продают, конечно, тела отдельно, руки отдельно, можно заказать все что угодно. Ноги, руки, тело полностью, или полностью одну голову, или какие-то конкретные одежду. Есть в интернете таких людей полно. То есть, если вам не нравятся такие ноги или руки, можно заказать руки отдельно, купить, вам вышлет их эти люди. Или можно заказать просто тело такое, даже можно большое заказать тело от другой куклы, и кукла станет больше. Или, например, тоже такое же тело, как от Лизи там, или как от Мэдди. И прикрепить голову от Кортли, и она будет уже без таких ног. Но мне лично она нравится такая, потому что она очень красиво выглядит именно с такими ногами и с такими перчатками. То есть я считаю, что какая кукла, какую куклу создали, такой она должна быть. Вот у нее вот такие вот сапожки тоже необычные такие. Они, то есть, идут без каблука, просто платформа. Вот здесь у нее дырочки находятся тоже на сапогах. И они, как вы видите, у нас они разной длины. То есть они идут, один большой вот такой вот длинный, и другой немножко покороче сапог. Здесь у нас вот тоже бубенчик желтого цвета, и вот здесь вот такая вот тоже ленточка желтого. И вот на сапоге, кстати, который этот аксессуар, можно тоже снять, он вот здесь вот закрепляется, и его можно снять. Это у нас бантик с ленточкой красного цвета, вот. И, в общем, вот такая вот замечательная куколка, которую зовут Кортли Джестер, и она у нас дочь карточного Джокера. И, кстати, она зачислена в школу Ever After своими поступками, которые она сделала очень хорошими, все для того, чтобы ее зачислили туда. И было голосование еще на официальном сайте Ever After. Многие голосовали, и я в том числе, потому что Кортли, как бы, она не виновата, что она так поступила в «Стране чудес» с девочками. Ее на это сподвигла злая королева, которая ей внушила свои мысли и дала ей свой дневник, точнее, подсунула книгу черную. И хорошо, что Рэйвен Квин всех спасла. Вот. И, кстати, Рэйвен Квин... именно в куклах, не в мультике. В мультике она мне нравится, она там красивая. А вот именно кукла Рэйвен Квин, она самая уродливая из всех кукол Ever After. Ее сделали такой букой, что она реально прям выглядит как злющая такая королева. Ну вот реально, ко мне пришла другая кукла, она это лучше, Мира Шарц выглядит. Ну ладно, вот. Кортли Джестер, дочь карточного короля, Ever After High. Карточного Джокера, точнее. Кортли Джестер, дочь карточного Джокера, Ever After High.